Здравствуйте, мы присутствуем на Кубке мэра Москвы. Напоминаю, что это последний предсезонный турнир для «Спартака». Узнаем у болельщиков и игроков команды, что они ожидают от нового сезона. Первый год, наверное, будет сложновато сразу бороться за какие-то первые места, но мы надеемся всегда на отличную, красивую спартаковскую игру, за которой не стыдно, за которой болеется. Надеемся на успешное выступление. Очень надеемся. За «Спартак» только победы, только всего самого наилучшего. Тренерам здоровья, ребятам всем здоровья и побед. Верим в команду «Спартак» вперед. «Спартак» он для нас всегда «Спартак». И поэтому, какой бы состав ни был, все равно будем ходить и поддерживать. Да. Да? А за «Спартак» давно болеете? Ну, я очень давно. А вы? Я тоже. Я вот честно не люблю загадывать. Будем надеяться, что действительно команда постарается, пройдет. Будем всем сердцем болеть за нее. Но все будет зависеть только от ребят, от тренера. Могу сказать только то, что профессионализм игроков скажется со временем, когда уже будет наиграно, когда начнутся матчи регулярного чемпионата, где будет более такая агрессивная борьба, и мы увидим достаточно живой хоккей. Мы в деле, и я надеюсь, что все будет хорошо. Не только на таких турнирах, на которых получаешь удовольствие, как болельщик, как бывший в прошлом хоккеист, но и при этом радуешься, когда люди приходят, болеют, поддерживают команду, играют для них и для вообще хоккея. Очень хорошо.